Здравствуйте, это программа «Под ключ», и я ее ведущая Валерия Саенко. В этом выпуске речь пойдет о рулонных шторах и жалюзи. А также мы расскажем о том, как правильно сделать звукоизоляцию потолка и стен в комнате. Но для начала давайте вспомним, о чем шла речь в предыдущем выпуске. В предыдущем выпуске мы рассказывали о новом жилом комплексе «Дуброво парк». Его строительство ведется рядом с парком «Дружба». Это будет 16-этажный шестиподъездный дом с благоустроенной территорией. На крыше своя котельная. Рядом с жилым комплексом «Дуброво парк» 37-я школа, детский сад «Дубравушка» и еще 6 садиков. Из плюсов – транспортная доступность и экологически чистый район. Также мы рассказывали об остеклении балконов. Переоборудовать лоджии и балконы в зону отдыха или рабочий кабинет – весьма модное направление. Но в любом случае, вначале конструкцию нужно сделать теплой. Добиться этого можно, остеклив помещение металлопластиковыми окнами. Можно заказать лоджию из ПВХ-профиля или из алюминиевого профиля. Такая конструкция легче. Ее установка возможна даже там, где утяжеление балкона должно быть минимально. Каждый из нас хочет, чтобы в квартире было не только красиво и уютно. Современные люди делают упор на удобство и практичность. Сегодня мы расскажем о рулонных шторах и жалюзи, об их преимуществах и разнообразии. Компания «Окна Пласт Плюс» на рынке 15 лет. Собственное производство окон находится в Иваново и является на сегодняшний день одним из крупнейших заводов в центральном регионе России. Профильные системы полностью соответствуют ГОСТу Российской Федерации, а в некоторых моделях окон превышают отечественный стандарт. Компания «Окна Пласт Плюс» производит долговечные, теплые, тихие и безопасные для здоровья окна. Есть модели, специально разработанные для России. Они имеют повышенные показатели теплоизоляции, устойчивы к сильным морозам и резким перепадам температуры. Если при выборе окон для вас главное доступная цена, можно выбрать серию «Эко». Ощутить максимальный комфорт и подчеркнуть премиальный статус помогут окна повышенной комплектации прочности, комфорт и премиум. Также мы предлагаем эмиссионные стеклопакеты Climate Control и Climate Control Plus. Обычные стекла хорошо пропускают солнечный свет, но не так защищают нас от теплопотерь. Наши умные окна хорошо сохраняют тепло в холодную погоду и защищают нас от ультрафиолета летом. При этом они абсолютно прозрачные и не приходится жертвовать естественным светом в помещении. Теперь эту новинку наша компания дарит в подарок с приобретением каждого окна. Компания «Окна Пласт Плюс» также занимается изготовлением жалюзи и рулонных штор. Они производятся из цельного полотна, полностью закрывая оконный проем. Удобство рулонных штор для тех, кто любит функциональность. Они легкие в обращении, практичные, элегантные. Полностью заменяют традиционные шторы, не уступая им по функциональности. Тем самым данная продукция является лидирующей. У меня в руках каталог, который представляет продукцию «День-ночь», «Зебра» так называемая. Она состоит из двух частей – плотной ткани и прозрачной. Можно регулировать светопропускаемость. Рулонная штора «Ролайт» устанавливается на каждую створку отдельно, сливаясь с окном в единый ансамбль, что позволяет открывать створку полностью, не создает провисания полотна и пространство подоконника остается открытым. Компания «Окна Пласт Плюс» предлагает широкий ассортимент тканей, цветов, фактур для рулонных штор, которые могут вписаться в любой интерьер. Горизонтальные жалюзи представляют собой современную кассетную систему. Они легки в эксплуатации и уходе, хорошо защищают от солнечного света. Изготавливаются из алюминия. Выбор расцветок очень широк. Можно использовать чередование, как на данном образце. Сама кассетная система может быть представлена как в белом цвете, так и под дерево. Вертикальные жалюзи могут использоваться не только для солнцезащиты, но и для зонального деления пространства. По форме могут быть нестандартными, например, арочными. Ткани имеют влаго, пылеотталкивающую защиту, экологичны. Также большой выбор расцветок, текстильного материала и декорирования. Также мы предлагаем решение премиум-класса «Дистанционное управление жалюзи». Производители гарантируют самые выгодные условия для клиентов. Сейчас действуют различные сезонные предложения, подарки и бонусы. Купить продукцию компании «Окна Пласт Плюс» можно и во Владимире.
Продолжая тему комфорта, каждому из нас хочется расслабиться дома и иметь возможность вести себя так, как хочется, и тогда, когда хочется. Но у каждого из нас есть соседи, с которыми мы вынуждены считаться. Выход прост – звукоизоляция. С ней вы можете быть действительно хозяином в своей квартире. Как установить систему, мы расскажем прямо сейчас. Это квартира в новом жилом комплексе «Парк Университет». Пока здесь никто не живет, но собственник заранее подумал о комфорте. В спальне специалисты компании «Баланс-33» делают систему звукоизоляции. Цель клиента – получить комфортную тихую комнату, в которой он мог бы, независимо от настроения соседей, погоды и так далее, да, чувствовать себя комфортно, защищенно и, в первую очередь, конечно, тихо, чтобы он мог поспать. И ничто ему не надоедало. Чтобы клиент остался доволен, специалисты делают звукоизоляцию потолка и стен. В каждом конкретном случае система продумывается индивидуально. Звукоизоляционная система потолка представляет из себя каркас, заполненный звукопоглощающим материалом, а последний слой – двойной гипсокартон, между которым проклеена мембрана TechSound. В этой комнате система звукоизоляции потолка будет держаться на виброподвесах. Отличается он именно тем, что у самого подвеса нет ни одного жесткого соединения со стеной. То есть крепится он на саморезы, дюпеля к стене, а уже сам подвес, то есть он не контактирует с креплением к стене. То есть здесь сделана вибропрокладка и здесь, на которой уже и висит сам виброподвес. Она довольно-таки жесткая. Направляющий профиль крепится через уплотнительную ленту. Когда каркас собран полностью, направляющий профиль отсоединяется. Это сделано для того, чтобы избежать всех жестких соединений со стенами, потому что они тоже передают звук. Теперь о системе звукоизоляции стен. Она тоже состоит из нескольких слоев. Первый слой – термозвукоизол, потом идут базальтовые плиты, а далее укладывается двойной слой гипсокартона, между которым обязательно прокладывают мембрану TechSound. Каждый материал отвечает за свои определенные функции. Термозвукоизол отвечает за виброразвязку стены с будущей стеной, то есть это каркас. Базальтовые плиты отвечают за звукопоглощение. И два слоя гипсокартона с TechSound отвечают как звукоизоляционный слой. То есть тем самым, когда звук проходит с этой стороны, да, то вот в этом пространстве, как раз в термозвукоизоле, в стоп-звук БП, до TechSound он должен слегка загаситься, а TechSound и гипсокартоном уже отразится назад. И вот в этих 5 сантиметрах он должен потеряться и раствориться. Если и вы хотите сделать свою квартиру комфортной, обращайтесь в компанию «Баланс». Подробную информацию можно узнать по телефону 8-904-955-6606 или на сайте balance33.rf. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать, а я прощаюсь с вами и напоминаю, что если и вы хотите стать героем программы «Под ключ», звоните 54-10-24. С вами была Валерия Саенко. До встречи через неделю.